Слава Богу, братья и сестры, знову маємо служіння перед лицем Божим. Одне місце із Слова Божого, і ми, привставши, будемо звершати молитву. Із Псалма 142 сказано такі слова з 10-го вірша. «Научи мене ісполнять волю Твою, потому що Ти – Бог мой. Дух Твой благий доведет мене в землю правди». Брати мої і сестри, сьогодні маємо чудову возможність мати служіння перед лицем Божим. І ви знаєте, друге місце прийшло мені на пам'ять, де сказано «Готово серце моє Боже». Я хотів би, щоб ми кожен, хто прийшов на те місце, ми розуміємо те, що ми є перед Богом, щоб ми провірили, чи готово наше серце сьогодні приймати Слово Боже, чи готово наше серце, наша душа внімати тому, що Дух Святий буде сьогодні говорити до нас. Що Він говорив до нас, чи ми сприймаємо, чи ми розсуждаємо над тим, і надалі будемо просити Божого благословення також. Брати мої сестри, я хотів би, щоб ми вознесли все-таки молитву за брата Олега Шевчука. Нелегке положення, він є хворий, він іспитує великі болі, він звертається за допомогою, але поки аж такого облегшення немає. Дорогі мої, ми знаємо живого, сильного і всемогутнього Бога. І я хотів би, щоб ми сьогодні у цій першій молитві ми вознесли на руках молитви і цю нужду. Це проблема сім'ї, це проблема особисто його. Хай би Бог йому поміг і хай би Бог його уздоровив. Привставши, будемо звершувати молитву. Амінь. Святий любящий, святий милостивий Господи, перед Твоїм лицем ми предстаємо, Господи. Я дякую Тобі, Христос, за цей благословенний час бути в домі молитви, Господи, і слухати ці слова, які Ти говориш до нас, до наших сердець. Господи, Ти говориш так багато, Господи, аж надміру сьогодні Слово Твого проповідується, Христос, дорогий. Це є благословенний час у нашому житті, ми не знаємо, що буде завтра, Господи Боже, які часи прийдуть, але сьогодні ми маємо благоприємний час, Господи. І я хочу сьогодні бажання кожного із нас, щоб, Господи, наше серце було готове і відкрите для слухання Слова Твого Святого. Боже Святий, розположи, щоб наше серце внімало і душа наша внімала, тому що Дух Твій Святий буде говорити до нас, Христос, дорогий. Поможи і благослови, ми на Тебе надіємося, Господи. Ми на Тебе покладаємо всю віру і надію нашу, бо Ти Бог наш. Ми розуміємо, що ми є люди на цій землі. Господи Ісусе, ми є временні, але перед нами вічність. Господи, тільки ми не знаємо, коли, Господи, кінець життя кожного із нас. А можливо, завтра, можливо, цієї ночі Ти прийдеш за церков'ю своєю. Господи, ми не будемо мати оправдання. Так багато, Господи, ми чуємо Слова Твого Святого. На різні теми воно навчає нас, воно і облічає нас, воно пробуджує нас. Господи Ісусе, розположи, щоб наші серця були готові для слухання Слова Твого Святого і виконували його у своєму житті. Боже Святий, благослови наш молодіжний хор, який сьогодні буде служити, Господи Ісусе. Хай ці псалми будуть во славу Тобі, Христос. Хай ця молодь і надалі буде хранити. Моя Тобою і благословенна Тобою. Благослови наших братів гостей, які сьогодні є, які будуть служити Словом Господи Ісусе. Хай Твій Дух Святий почиє на них. Боже Святий, на руках молитви несемо брата Олега Шевчука, якого вже неділями, Господи, його немає серед нас. Я розумію те, що він, Господи, знає, що в цей час Твій народ зібрався на Твоє місце, Господи. І ми його несемо на руках, як нашого брата, Господи Ісусе. Ісусе, того, який служив Тобі і служить, того, який боїться Тебе, Господи, і старається, щоб все життя своє підпорядкувати Тобі, Господи, але сьогодні він у хворобі, але сьогодні він у болях, Боже Святий, зайди туди, у його дім, Господи Боже, хай Твої благословляючі руки ляжуть на це больне місце, Господи, хай прийде уздоровлення Твоє, і Ісус, дорогий, ми віримо в те, що Ти є Бог сильний, і Ти є Бог незмінний, зроби, Господи, буде більше просімо, і хай все і во всьому Твоє ім'я прославиться, вічного Бога, Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Перед початком нашого богослуження будемо співати псалом «Як до струменя олень, так душа моя прагне». Як до струменя олень,
пускаєш над море, ти пандуєш за мною, ти є цар і спаситель, і Господь Ісус. Я до тебе прощаю, я цього полюбені, як на струменя поле, я до тебе і я до тебе прощаю, як цього полюбені, як на струменя поле, як на струменя поле, весілля безмірне, де невинне, негідне, там немає утіхи для душі безпуста. Тільки там не знаю я, солоді щастя безмірне, не манує братецтво, обратимся к Слову. Матфея, глава 5, 43 и 44, два стиха. Вы слышали, что сказано: «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас, молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Братья и сестры, читая это слово, невольно хочется согласиться, что Старый Завет подходит как-то лучше, потому что он давал право любить ближнего и ненавидеть врага. Практически и сегодня по принципу такому живут в этом мире люди. Больше того, мы можем столкнуться с ситуацией, где не только врагов ненавидят. Ненавидят даже и ближних. Ненавидят родных. Дети ненавидят родителей. Не могу сказать, что родители ненавидят детей. Слово «ненависть» и действие ненависти практикуется очень часто. Оно не демонстрируется. О нем не говорят, но его переживают в своем сердце и в своем сознании многие, многие люди. И Христос в своей Нагорной проповеди вдруг меняет абсолютно это правило и говорит о том, что нельзя ненавидеть даже врагов человеческих. Кто любит врага? Он заслуживает не любви и не комплиментов. Таких людей наказывает общество, закон. Если человек враг закону, его наказывают, не так ли? Если человек враг человеку, он тоже должен подлежать наказанию. Логическое мышление, как будто правильный подход. Но Слово Божье излагает сейчас такую неудобную истину, с которой надо согласиться, которую нужно выполнять.
и правильно разуметь. Потому что мы очень часто не разумеем до конца. И под один шаблон можем ставить все, что сказано, тогда, когда истина состоит в совершенно другом. Вы слышали, что сказано: «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего, а я говорю вам, любить врагов ваших, благословлять проклинающих вас, благотворить ненавидящим, молиться за обижающих и гонящих вас». Мои дорогие, я только думаю вот о чем. Больше всего врагов у кого было? Есть ли у вас какое-то лицо или герой, сообразно Священного Писания, где вы могли сказать, что этот человек был ненавидим больше всех? Если не забегать далеко, можно сказать: есть, братья и сестры. Больше всего ненавидели нашего Господа. И больше всех Он демонстрировал любви к Своим врагам. Я всегда думаю, как можно было просить своего отца о том, чтобы ты простил им, тем, кто, надо перечислять очень долго, сделал зла ему. Все берут как кумир или как пик олицетворения воинов, которые издевались, или тех, кто вонзил в его руки гвозди. Я думаю, что больше было боли, когда уже в руках были гвозди, и тело было вознесено, а кто-то ехидно говорил: если ты, Сын Божий, сойди с креста. Ладно, тех оставь, но спаси себя. Мы поверуем тебе, что ты есть Христос. Это наносило большие раны, братья и сестры. Это было большое оскорбление. Врагов там было очень много. И Христос открывает уста и говорит своему отче, отцу своему отче: ты им прости. Они не знают, что делают. Как они не знают, что делают? На мой взгляд, они знали, что они делают. Хорошо разумели, что произносит их уста и разум. Все они знали, братья и сестры. Но знание каждого из них было знанием людей, чуждых для Бога. Людей, которые никак не могли понять, что означает Божья любовь и каким образом ее демонстрировать и проявлять, и для кого она, собственно, подходит. Когда человек не знает Бога и творит зло, то это совсем другой анализ, чем для человека, который творит то же самое зло, зная Бога. Будучи просвещенным и искупленным и прощенным Словом Божьим. Я не думаю, что мы сегодня сможем детально разобрать эту часть Священного Писания, но при всем этом отчасти хотя бы должны войти во врата этой истины, чтобы нам в нашей жизни не делать много ошибок и грехов. Любить врагов. Молиться за тех, кто обижает тебя. Братья и сестры, это тяжелый абзац. Мы не молимся даже за больных, которые нам ничего плохого не сделали, просто забываем, не имеем времени и прочего. А тут вдруг надо склонить колени и уделить, оторвать свое время и попытаться достичь до внимания Божьего и молиться за тех, которые нас обижают, которые нам чуждые, которые просто есть власти, ходатайствовать за них перед Богом. Можем ходатайствовать за наших детей, за наших внуков и прочее, за больных в церкви. А эти как бы на каком-то плане, который, может, и никогда не всплывает в нашей памяти. Но вернемся к врагам. Имеет ли в виду Слово Божие непосредственно врагов? Или это какое-то символическое имя, где нужно разуметь совершенно другое, не непосредственную вражду или врага человеческого,
До сегодняшнего дня есть большие дебаты и дискуссии между проповедниками и знающими Слово Божие на предмет, надо ли защищаться от врага. И я не раз и неоднократно слышу, где довольно убедительно на базе слова доказывает, что да, нужно любить врагов, но когда он войдет в мой дом с оружием, и моим детям, и моей жене грозит опасность, я имею право защитить их. Дальше распространяет истину, что и воевать можно на войне, потому что это есть враги, которые хотят лишить нас жизни. Они нисколько не пытаются взять с нас добрый пример и увидеть нас свет, найти в каждом из нас соль. Объясняет вроде бы на базе Слова Божьего. Как будто это уже другой категории враг, которому не нужно демонстрировать любви, а напротив, отвечать гневом, не подставлять щеку, а выходит дать ему сдачи. Так ли, братья и сестры, учит нас Слово Божье? Не допуская такой мысли. И сегодня хочу поставить себе и вам в пример такой интересный эпизод из Священного Писания. Когда между двумя государствами на протяжении столетий шла вражда. Война. Иуду и Израиль чаще всего пленил Вавилонский царь. Но был этап времени, когда сириане были империей и врагом для Израиля. И вы знаете, что неоднократно они восставали и наносили поражение этому народу. Было время, когда они сделали великий голод в Самарии, вы помните, и люди практически поедали один другого. Тогда, когда хлеб был за стеною, но нельзя было туда пройти, был выбор или смерть, или голод. Везде они, осадившие город, перекрывшие потоки вод, тогда было легко воевать. Был канал, который снабжал город водою, и если осаждали город, была одна задача – не дать возможность открыться воротам, чтобы бежать и закрыть поток воды, чтобы началась эпидемия и жажда, чтобы народ пришел и сдался в плен. Сириане делали это неоднократно для Израиля. Неоднократно. Враг номер один. И, наверное, у них был полководец, который был способен воевать с ними, знал технику и науку войны. Был, братья и сестры. И вы знаете, какое у него было имя? Нейман. Так написано в 5 главе книги Царств, что он был исключительный военачальник. Он знал, как воевать. Опыт был, братья и сестры. На него опирался первый человек государства. И так случилось, что проказа на его теле заставила одного царя писать письмо другому царю, далеко не имеющему дружбу с ним. Но царь пишет царю письма. Он имеет на это право. И вот одно из его писем звучит следующим образом. «Я посылаю к тебе это письмо и слугу моего Неймана в этот раз не для того, чтобы осаждать твой город, а для того, чтобы ты снял с него проказу». И когда открыто было письмо, и снята печать царская, и прочитано, вы знаете реакцию царя израильского. Повод для войны, еще один повод для войны. Я говорил вам, они всегда ищут повод, это враги наши. Этот военачальник, сколько нанес нам беды, и сегодня он идет к нам, возможно, для разведки. Страх напал на царя израильского, братья и сестры. То есть все это говорит о том, что Нейман не был другом для Израиля, а был врагом. Не пытайтесь видоизменить. Это был враг для Израиля. Осаждающий неоднократно, убивающий многократно, и никто его не любил. При всем это был Старый Завет, братья и сестры, когда нужно было отвечать врагу, как врагу, не платить любовью. Что меня заставляет детально с вами об этом рассуждать сегодня, это свершившийся факт, где Израиль? Нет, не Израиль.
Но Бог продемонстрировал величайшую любовь к врагу народа своего Израиля. Прибыл Нейман, чтобы сократить это слово, на колесницах со своими рабами и подарками въехал на территорию Израиля, приехал к царю, а затем был адресован к пророку Елисею. Вы знаете, по каким обстоятельствам. Церковь дорогая, мы не будем сегодня детализировать, как происходило исцеление этого человека. Это можно слагать 2-3 проповеди, что нужно верить всему, и так легко и просто можно исцелиться, и что нужно доверять Слову Божьему, и что и сегодня мы, к сожалению, маленьким деталям, которые могут нам принести исключительную пользу, не доверяем. Нейман не верил в то, что можно окунуться и исцелиться. А сколько многие из нас сегодня, братья и сестры, верят в Слово Божие, которое гласит: «Покайся и веруйся в Евангелие, и будешь иметь жизнь вечную». Многие из нас готовы оплатить всем своим имуществом вход в Царствие Божие, не так ли? Отдать все. Я готов, братья и сестры. А Бог говорит, что совершенно этого не нужно. Нам нужно покаяться и просто поверить. Легко и просто приобрести Царствие Божие, но мы как-то не понимаем этого до конца. Хотя готовы сделать все, потому что приобрести Царствие Божие желаем. Так и Нейман. Он не мог понять, что тот обоз с подарками не играет никакой роли. Абсолютно. А вот повиновение тому, что скажет Бог, весьма существенно и важно. Так случилось, что Нейман исцелился. И вы знаете, что он вышел из воды и произнес уникальное слово, которое действительно было целью для Бога. Он скажет позже, что воистину познаю, что нет нигде Бога, как только в Израиле. Вы слышите? Результат всей этой истории – это продемонстрировать каким-то образом, что есть Бог. И тот, кто в Него не верит и Его не знает, понял, что есть Бог и принял Его как спасение. Неважно, каким образом, братья и сестры. Враг, полувраг, враг в квадрате, в пятикратном размере. Долг христианина – показать ему, что есть Господь на белом свете, давайте скажем, если не в том или в другом государстве. Есть Бог. То есть между верующими людьми, вот мы приходим к истине, отношения должны складываться по особым правилам, правилам библейским. Вот что имел в виду Христос, говоря в 5 главе Нагорной проповеди: «Любите врагов ваших, благословляйте их». У верующих людей совсем другой климат. Они руководствуются не правилами этого мира. И Христос неоднократно говорил, что вы не от мира сего. Как не от мира сего? Неверующие, я верующий, и вы верующие, по одной земле ходим в один магазин. Мы от этого мира, братья и сестры. Да, но мы живем по другим правилам. Не по правилам мира сего. Мне нравится, как говорит об этом Павел. Довольно, как вы жили тогда, когда не знали Бога. Теперь, оставшиеся во плоти время, пожалуйста, живите не по вожделениям плоти, а по воле Божьей. Слышите? То было время, когда вы жили в мире, а теперь живите не по правилам мира. Вожделение плоти в сторону, воля Божья наперед. Так и мы, братья и сестры, мы с вами живем в этом мире, едим тот же самый хлеб, ту же самую обувь топчем, но правила у нас другие. Другие. Другой текст говорит, вот почему они вас ненавидят. Они удивляются, что вы не делаете то, что они. От чего исполняются ненависти к вам? Мы другие имеем правила и соображения, руководства, и платить должны человеку совсем другой данью. Братья и сестры, чтобы вам было лучше понять, враг или не враг был не Иван, Бог послал его в Израиль, чтобы он понял, что есть Бог в Израиле. Не такой, как у него, в его государстве. Есть Бог живой.
А если так, то, пожалуйста, царь израильский, ты не бойся, а делай то, что говорит тебе Елисей, пошли его ко мне, я покажу ему, что есть Бог, я покажу ему. Он пришел сюда, чтобы Бога видеть, а это он увидит через исцеление. Дорогие мои, давайте я вам дам такой простой пример, после чего будем заканчивать. Представьте себе, зачем нам использовать случай с Израилем и с Сирией? Давайте сегодняшнее время используем. Россия и Украина. Война. Жертвы. Жертвы. Безусловно, есть кто-то виноватый. Тот, кто напал. Тот, кто первый стрельнул. Неважно, есть. Я допускаю, что с нашей точки зрения они виноваты. Они виноваты. Они подняли войну. Они оставили столько многих убитых. И вот представьте себе, что сегодня министр внутренних дел России, по-моему, это Шойгу или Шойго, не знаю точно, как произнести его имя, он возглавляет таким образом все российское войско, армию, часть которой там наделала беду. Представьте себе, что Путин сегодня написал бы письмо, давайте употреблять имена. Кому? Паночки, давайте, для примера скажем, в Киев. И скажет ему, уважаемый Михаил такой-то, я посылаю к тебе товарища Шойгу, министра внутренних дел и обороны, и вместе с моим письмом прими его и сними с него проказу. Я слышал, что у вас там в Киеве есть Вифезда, куда люди входят и выходят совершенно другими. Что мы скажем, братья и сестры? Я хочу прочитать ваши мысли сегодня, сейчас. Если проголосовать за то, чтобы впустить его на Украину, вы все станете? Я не буду это делать. Но допускаю мысль, что если бы такое случилось, правильно было бы сказать, как сказал человек Божий Елисей, пошли его ко мне, пусть идет. Пусть идет. То, что он натворил, это одно. Пусть идет и увидит, что у нас на Украине есть Бог, который любит, исцеляет и прощает даже врагов. Помогает даже врагам, братья и сестры. Вы понимаете, как глубока здесь истина? Что означает любить врага? Нет, не брата Ваню за то, что он там неправильно припарковался, и я на него обижен, или еще кого-то, Ашера, он меня не туда посадил, я на него обижен. Речь идет о серьезных вещах. Враг, который есть в полном смысле враг, нуждается в моей помощи, готов ли я продемонстрировать любовь на деле. И я представляю себе, что вдруг бы он приехал, братья и сестры, получил ожидаемый ответ, и там уже на Украине сказал бы, Михаил Паночка, как мне стыдно, что я посылал солдат на эту святую землю, где есть Бог, и можно получать исцеление. Поклонился бы до земли и сказал бы, дай мне 2-3 лопатки вашей земли в мой самолетик. Я повезу и туда, чтобы сказать еще товарищу Путину, что есть на Украине Бог. Братья и сестры, я употребляю выражение, но символ и смысл свожу к тому, что мы должны любить врагов наших. А когда мы это сделаем, знает Бог, как обратить их в друзей. Знает Бог, как открыть себя для них. Знает Бог, как продемонстрировать свое могущество через нас, которых Он называет солью и светом для этого мира. Аминь.
слава своих однажды слава тебе, Всевышний, слава тебе, Всевышний, слава тебе, слава тебе, слава тебе, слава тебе. Велика любовь Твоя, Господи Боже, каждому из нас, Ты, нас, врагов своих, однажды и навсегда примирил через прощение наших грехов, через Сына Твоего Иисуса Христа. Господи, и подарил нам не просто исцеление, но подарил нам жизнь вечную. Слава Тебе, Господь, слава Тебе, Всевышний, слава, слава, слава. Безостановочно слава Тебе, Господи Боже, слава и хвала. Благодарю Тебя, Господь, благодарю Тебя, Господь, благодарю Тебя, Господь. Велика милость Твоя, Господи, слава Тебе и честь. Пусть эта милость имеет место в народе Твоем здесь, Господи Боже, на этом месте. Арва саба дали види соровес, а висун талавады сувернес. Хвала Тебе, Господь, хвала Тебе, Всевышний, как велика Твоя любовь. Познать ее мы сегодня желаем, Господи. Отец Небесный, от счастья я и мы разумеем сегодня, какой любовью Ты располагаешь, какой любовью Ты возлюбил меня и нас. Вот почему, Господи, Ты отдал лучшее на небе за худшее на земле, святого и праведного за грешного человека. Слава Тебе, Господи, вот истинная любовь. Вот почему имя Твое есть любовь. Нет подобного Тебе, Святой и Вечный. Благодарим Тебя, Христос, Сын Божий, потому что только Ты один отдал Себя за нас и совершил величайшее примирение между Богом и нами, врагами Божьими. По грехам нашим, по жизни нашей мы были враги, а сегодня есть сыны и дочери, оправданные и искупленные кровью Агнца. Слава Тебе, Господи! Вот истинная любовь. И когда Ты говоришь нам, что и мы должны любить друг друга, Господи, мы можем сказать, прости нас, что мы не разумеем это до конца и не можем повторить все то, что сделал Ты и оставил для нас пример. И вместе с тем, Господи, научи нас, помоги нам любить друг друга прежде всего, а затем и врагов наших. Нам не достает любви. Прости и помоги нам, Господи. Благодарим Тебя за Твое Слово. Продолжи говорить народу Твоему через говорящих после меня. И пусть, Господь, собрание это будет величайшим уроком, где учитель есть Ты, а ученики есть мы. Слава Тебе и честь, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.
Значить, сестра Анджеліна бажає розказати вірш. Будь ласка, будь готова виходити. Як ви бачите, сьогодні в нас знову є гості. Зранку були гості із Портленда, сьогодні також із Сейлема, штат Орегон. Після вірша, яка розказує Анджеліна, буде проповідати Толік Філавець, один із служителів із Сейлема. І заключну проповідь буде говорити Славік Бойніцький, старший пастор тої самої церкви Сейлема. Я думаю, що ви часто його слухаєте проповіді на радіо МВІ. Сьогодні він рішив відвідати нашу церкву. Перший раз, хай Бог благословить наших братів, моліться. Я розумію, що вони втомлені. З самого ранку приїжджали, їхали сюди до нас в штат. Та, як я чую, мало відпочили. Але хай Бог дасть сили послужити сьогодні, прославити нашого Господа разом спільно з нашою церквою. Будь ласка, сестра Анджеліна. Не передать слова тот миг заветный, не хватит мудрости, чтоб чувства описать всех тех, кто видел чудо это, когда Христос вознесся в небеса. Свершив великий подвиг на планете, ушел Христос к Отцу на славный трон, дал повеление Божьим детям, чтоб каждый ждал, когда вернется Он. Как трудно было с Ним, с друзьями расставаться, Он их учил, духовно насыщал, Он двери им открыл у Божье царство и для Него трудиться завещал. Но не смогли бы они, наследники Христовы, пред мирской бурей устоять, когда б дух правды животворным словом не направлял их сия благодать. Он не забыл за нас, и там, в небесном доме, Спаситель ждет и молится за всех, чтоб каждый из зовом Господа влекомые мы шли к Нему, оповергая грех. Он нам вели, чтобы на ниве Божьей мы веры засевали времена, чтоб души не блуждали в бездорожье, и истина бы стала им ясна. Чтоб нас приярко отражалось пламя любви Христовой, светлой и горячей. Чтоб грешник с радостью спешил за нами, отвергнув тьму и став духовно зрячим. И пусть к Иисусу гимн хвалы несется, спасенных им сердец со всех сторон. Мы верим, что Спаситель наш вернется, как обещал при вознесении Он. Аминь. Первая книга Царств, 7 глава, 12 стих. Первая Царств, 7:12. «И взял Самуил один камень и поставил между Массифою и между Сеном, и назвал его Авен-Езер, и сказав до сего места, помог нам Господь». Слава нашему Господу! До этого места помог нам Господь, всемогущий Бог, которому мы доверяемся в жизни нашей, который благословляет нас, являет свои милости в жизни нашей. Хотя, конечно, не всегда бывает в нашей жизни все так, как бы нам хотелось. Иногда бывает, встречают нас трудности какие-то. Иногда испытания приходят в жизнь нашу. Иногда происходит тестирование нашей веры, друзья мои дорогие. И как важно, чтобы в это время, во время тестирования нашего, друзья мои, чтобы мы действительно показали, что мы есть дети Божии, что мы уповаем на того, который был и есть и грядет, который ведет свой народ, благословляя, укрепляя и давая силу. Он дает утомленному силу. Он изнемогшему дарует крепость. Утомляются и юноши, и ослабевают. И молодые люди падают, а уповающие на Господа поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Слава Господу! Аллилуйя! Друзья мои дорогие, в жизни нашей, как я сказал, иногда бывает то, чего бы нам не хотелось встретить на нашем жизненном пути. И так во всех людей бывает, конечно, во всех, может быть, свое бывает. У каждого разные ситуации жизненные бывают, но все-таки они бывают. И каждому из нас хотелось бы преодолеть как-то это, пройти это и быть победителями. Читаем в Откровении: «Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном». Слава нашему Господу! Да помог бы нам Господь действительно в жизни нашей всегда быть верным Ему, уповая на Его милость, уповая на Его благодать, на силу Его. Читаю место Писания, книга Деяния апостолов, 27 глава,
27 глава. Начну читать с 13 стиха. «Подул южный ветер, и они, подумав, что уже получили желаемое, отправились и поплыли поблизости Крита. Но скоро поднялся против него ветер бурный, называемый Эвроклидон. Корабль схватило так, что он не мог противиться ветру, и мы носились, отдавшись волнам. И набежав на один островок, называемый Клавдой, мы едва могли удержать лодку. Подняв ее, стали употреблять пособия и увязывать корабль, боясь же, чтобы не сесть на мель, спустили парус и таким образом носились. На другой день по причине сильного обуревания начали выбрасывать груз, а на третий мы своими руками побросали с корабля вещи, но как многие дни не видно было ни солнца, ни звезд, и продолжалась немалая буря, то, наконец, исчезла всякая надежда к нашему спасению. И как долго не ели, то Павел, встав посреди них, сказал: «Музы, надлежало послушаться меня и не отходить от Крита, чем избежали бы сих затруднений и вреда. Теперь же убеждаю вас ободриться, потому что ни одна душа из вас не погибнет, а только корабль. Ибо ангел Бога, которому принадлежу я и которому служу, явился мне в эту ночь и сказал мне: не бойся, Павел, тебе должно предстать пред Кесаря, и вот Бог даровал тебе всех плывущих с тобою. Посему ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано». Друзья мои дорогие, это событие произошло во дни апостола Павла, когда он жил на земле. Мы прекрасно знаем эту историю. Мы знаем, как это произошло. Но сегодня я просто напоминаю для вас, обновляя в памяти вашей это место Писания. Вначале там еще выше говорится о том, что Павел говорил сотнику, чтобы не отправляться открыто. Но они не поверили словам Павла. И увидев благоприятные условия, говорит, подул южный ветер. И они, подумав, что уже получили желаемое, отправились и приплыли, поплыли поблизости Крита. Они уже подумали, что получили желаемое. Хотя на этом корабле был муж Божий, который предупреждал их об этом, чтобы не отправляться. Как важно в жизни нашей иметь откровение от Господа на то или другое положение в жизни нашей. На какую-то особую ситуацию в жизни нашей, как важно иметь конкретное слово от Господа, когда Господь свое слово открывает для нас. А для того, чтобы Господь открывал свое слово, братья мои и сестры, нужно пребывать в общении с Богом. Если мы Бога ищем только во время трудности, это неправильное состояние наше перед Богом. Христианин, живой христианин, он должен во всякое время, во всякий день, хотя много суеты в этой жизни, много всяких, знаете, проблем приходит в жизнь нашу, но все-таки мы должны находить время для общения с живым Богом. И это очень важно для того, чтобы получать откровение от Господа, чтобы нам правильно действовать в той или другой ситуации. Мы порой своим разумом думаем: вот так или иначе поступлю, вот так я буду действовать. Но, друзья дорогие, мы порой ошибаемся. И, возможно, мы часто можем ошибаться, если Господь не будет вразумлять нас, если Господь не будет посылать нам свои откровения, свои вразумления. Поэтому, друзья мои дорогие, мы все зависимы от Господа. Мы не можем так вот полагаться на свой разум, на то, что мы видим, на ситуацию, которую видят наши глаза. Часто человек ошибается, и очень часто. Но если мы уповаем на Господа, который открывает нам свою волю, который показывает нам будущее. Вот Павел был на этом корабле, и он говорил, что опасность будет не только для груза, не только для корабля, но и для всей жизни нашей. Не нужно отправляться от этого места, хотя подул южный ветер, хотя они подумали, что уже получили желаемое. Они подумали, но так это не было на самом деле. Очень скоро все переменилось, и переменилось совершенно в противоположную сторону.
Братья мои и сестры, не так ли бывает порой в нашей жизни? Когда мы думаем одно, и вроде бы все складывается, вроде бы все хорошо, но потом выходит совершенно обратное. Да помог бы нам Господь в жизни нашей доверяться всегда Господу, который совершенно знает, что ожидает нас впереди. Для Него нет ни единой тайны в жизни нашей. Он знает нашу жизнь от самого первого дня, даже от дня зародыша нашего, друзья, Он знает все. Как в псалмах мы читаем, что «Зародыш мы видели очи Твои, и в Твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». Братья мои и сестры, Господь все совершенно знает в жизни твоей. И эту бурю, которую ты сегодня переживаешь в жизни своей, Господь видит и знает. И Господь наперед видел ее и знал об этом. Но душа дорогая, обращалась ли ты к Господу перед этим? Искала ли ты воли Божией в жизни своей? Находила ли ты это конкретное общение с Богом? И ожидала ли ты слова от Господа, чтобы получить правильный ответ на ту или другую ситуацию в жизни твоей? О, друзья дорогие, да поможет нам Господь в жизни нашей не поступать опрометчиво, не делать преждевременных каких-то решений, не делать поспешных решений в жизни нашей, но чтобы мы всегда имели совет с тем, который не ошибается, чтобы мы находили время для общения с Ним, даже в то время, когда у нас все хорошо и когда никаких проблем нету. Когда мы думаем, что у нас все идет по плану, все нормально, все правильно, все идет, как мы желаем, как думаем. Но порой все это быстро меняется в обратную сторону. И человек быстро начинает разочаровываться. И говорит, почему меня это постигло? Почему, друзья дорогие, порой задают люди вопрос. И не находят ответ на свой вопрос. Не находят ответа. Вы знаете, подобное было даже еще, читаем, в Ветхом Завете. Когда муж Божий, праведный муж, который ходил перед Богом, который постоянно склонялся пред Богом и умолял за себя и за детей своих, за все семейство свое, приносил жертвы Богу. И это был праведный муж, об этом Слово Божие говорит. Я немножко, наверное, даже напомню об этом. Это, я уже вы догадываетесь, кому я говорю, это был Иов. И видим, что было время, когда, 5 стих читаю, чтобы не быть голословным. 5 стих, 1 глава Иова. Когда круг первенцев дней совершался, Иов посылал за ними и освящал их. И вставая рано утром, возносил всесожжения по числу всех их. Ибо говорил Иов, может быть, сыновья мои согрешили и похулили Бога в сердце своем. Так делал Иов во все такие дни. И был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа. Между ними пришел и сатана. И сказал Господь сатане, откуда ты пришел? И отвечал сатана Господу и сказал, я ходил по земле и обошел ее. И сказал Господь сатане, обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла. И отвечал сатана Господу и сказал, разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли кругом оградил его, и дом его, и все, что у него, дело рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле. Вот был такой день, когда пришли предстать пред Господа, и между ними предстал сатана. И вот этот клеветник, который клевещет от начала на братьев наших, он клевещет постоянно, друзья мои. И если мы слышим эту клевету, мы должны ее пресечь мгновенно, чтобы в наши уста, то есть и в наши уши не входила эта клевета, чтобы мы не слушали то, что он клевещет сегодня на народ Божий, на братьев, на сестер, на тех, которые созданы по образу и по подобию Божию, на тех, которых Господь освятил, которых Господь принял, которые Господь поставил, чтобы они шли и приносили плод для Господа. И мы сегодня не свои, друзья мои дорогие. Мы куплены дорогою ценою Спасителя нашего и Бога нашего. Аллилуйя, слава Ему! И Он сегодня желает, чтобы мы действительно исполняли Его волю, Его поручение. То, что Он сегодня желает видеть в жизни нашей, чтобы мы могли исполнять, мои братья и сестры.
И да поможет нам Господь в этом. Да благословит нас Господь, чтобы мы уповали на Господа. И как этот муж Божий, он взывал к Господу за детей своих, приносил эти жертвы и тому подобное. Но вот дьявол говорит, не ты ли кругом оградил его? И дом его, и все, что у него, дело рук его ты благословил. И стада его распространяются по земле. Но вот коснись его, благословит ли он тебя? И видим, что Господь разрешает ему коснуться. Разрешает Господь коснуться до определенного момента. Вот это ты можешь сделать, но не дальше. И, конечно, он никогда не перешагнет ту границу, которую Господь ему положил. Он не перешагнет. Если Господь позволил жизни твоей или моей пройти через какие-то трудности, пройти через какие-то испытания, через какую-то бурю пройти, братья мои и сестры, давайте будем уповать на Господа. Давайте в этот момент будем особо нуждаться в Господе, хотя я сказал вначале не только в этот момент, но всегда. Когда все в нашей жизни нормально, мы тогда должны уже иметь постоянное общение с Богом. Если мы это общение не находим тогда, уже когда придут трудности, очень тяжело будет, друзья мои дорогие, очень тяжело будет тогда находить это общение с Богом, когда враг со всех сторон атакует, когда видим, к Киеву приходят эти люди, которые возвещают ему, то и то произошло. Еще не успел тот рассказать, другой приходит. Тот рассказывает, третий приходит, четвертый приходит. И вот беда одна за другой постигли этот дом, потому что Господь разрешил. Этот человек был праведный. Этот человек был справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла. Дьявол не мог ничего сказать, что да, так не было. Не мог дьявол сказать что-то против Слова Божьего. То, что Господь сказал здесь, это было действительно так. Это было справедливо. Но, братья мои и сестры, видим, что дьявол все-таки не останавливается. Вот коснись его, и Господь разрешает. И он касается. Потом, когда на другой раз опять подобная встреча, уже детей нету в Иова, богатства нету. Многого лишился этот человек. А потом все-таки дьявол опять еще не успокаивается. Вот коснись его, благословит ли он тебя. И здесь Господь допускает. Покрывается тело его лютою проказою. От темени головы до поношвы ног его. Я не знаю, я не видел такого человека, который был покрыт показою. От темени головы до подошвы ног его. Когда приходят эти друзья его, и 7 дней они сидели вместе с ним, и не говорили ни одного слова, ни единого слова не могли произнести, видя, что страдание этого человека было весьма велико. Но все-таки после 7 дней открылись их уста, и они начали говорить. Так, как они понимали, так, как они думали, так, как они рассуждали своим человеческим разумом. Хотя эти слова, они не были верными. Слова этих друзей не были верными. И потом в конце уже Господь обращается к Иову. Не к друзьям, но к Иову Господь обращается, чтобы он помолился за друзей своих. Иову пришлось много выслушать упреков в свой адрес от друзей этих. Много упреков, мы читаем эту книгу Иова, можете дома прочитать ее, напомнить, сколько там упреков эти друзья говорили в адрес своего друга Иова. И видим, что все-таки, в конце концов, Бог говорит, чтобы Иов молился за своих друзей. 40 глава, 1 стих. «И отвечал Господь Иову из бури и сказал, припаяшь, как муж, чресла твои, и я буду спрашивать тебя, а ты объясняй мне». Друзья мои, мы люди, порой то и хотим что-то Богу сказать. Когда приходят какие-то испытания в жизнь нашу, мы хотим что-то сказать Богу. Но что мы можем сказать Творцу нашему? Дыхание наше в ноздрях наших. И всем им, нашим дыханием, биением нашего сердца,
управляет наш Господь, наш Творец, который создал нас по образу и подобию своему. Что мы можем сказать Ему сегодня? Я думаю, что ничего. Свое оправдание мы ничего не можем Ему сказать. Но если приходят какие-то трудности, просить милости у Господа. Я думаю, это самое правильное, просить милости у Господа, смиряться перед лицом Его и говорить: Господи, помилуй. Да поможет нам Господь уповать на Его, уповать на Его милость, уповать на Его благодать. Вот я еще обратно немножко вернусь к этому месту, которое первое зачитал, книга «Деяния апостолов». Видим, что дальше произошло. Так же, как Павел говорил, конечно, трудности прошли великие. Испытания для этого корабля, который был на этом море. И как сказал, что многие дни уже не было видно ни солнца, ни звезд. И продолжалась немалая буря. То уже люди увидели, что исчезла всякая надежда. Всякая надежда исчезла к их спасению. Уже они не могли надеяться ни на свою мудрость, не могли надеяться на свой разум, не могли уже полагаться ни на что свое человеческое. Люди увидели, что да, действительно великая проблема. Начали своими руками выбрасывать груз из этого корабля. Что делать, видя, что ничего не помогает? Повыбрасывали груз из корабля. Уже сами длительное время не принимают пищу. Но Павел уже обращается к ним и говорит, что надлежало вам послушаться меня и не отходить открыто. А сегодня Павел уже имеет другое откровение от Господа. На этот момент, после этих дней, Павел имеет другое откровение от Господа и говорит так: теперь же убеждаю вас ободриться, потому что ни одна душа из вас не погибнет, а только корабль. Да, неизбежна гибель для корабля. Потому что вы не послушались моего совета, не послушались того, что Господь говорил, и самовольно решили, что благоприятные условия, благоприятная погода, и можно отправиться в путешествие. Но теперь возврата нет уже. Корабль должен погибнуть. Но мне Господь открывает, что ни одна душа, находящаяся на этом корабле, не погибнет. И Павел говорил, что он доверяет Богу своему. Ангел Бога, которому я служу, которому принадлежу, явился мне в эту ночь и сказал: не бойся, Павел, тебе должно предстать пред Кесаря, и вот Бог даровал тебе всех плывущих с тобою. И видим, что потом он убеждает их принять пищу. Они долгое время не ели, ослабели телесно уже. Люди в разочаровании. Люди уже ожидали смерти. Но Павел ободряет их. Он сам начинает кушать. 34 стих читаю. «Потому прошу вас принять пищу. Это послужит сохранению вашей жизни. Ибо ни у кого из вас не пропадет волос с головы». Сказав это, он взял хлеб. Он возблагодарил Бога пред всеми и, разломив, начал есть. Тогда все ободрились и также приняли пищу. Видим, что служитель Божий, который слышал голос Божий, который слышал вразумление от Бога, он уговаривает этих людей принять пищу. Для чего? Для того, чтобы укрепиться телесно. Бог ему открыл, что никто из людей не погибнет. Но для того, чтобы даже выбраться на сушу, нужна была какая-то физическая сила, нужно было покушать. Вы все понимаете, если долгое время не кушать, то наше тело ослабевает. Наше тело не имеет физических сил, и оно не способно ничего делать уже. Но когда человек принимает пищу, появляется опять эта энергия, человек оживает, и вот дальше продолжается жизнь. И эти люди, увидев, как Павел сам кушает, принимает эту пищу, они тоже ободрились. Они приняли эту пищу. И Господь, конечно, сохранил жизнь каждого из них. Так, как сказал Господь в своем слове, так Господь и сделал. Ибо Он бодрствует над Словом Своим. И Его Слово, оно в точности исполняется. То, что человек говорит, он может не исполниться. То, что человек говорит, оно порой бывает, знаете, так
Через некоторое время можно посмотреть на это. И так, ну, поулыбаться можно. Что ж, ошибается человек. И все мы люди, все мы можем ошибаться. Любой из нас, да, самый умный, самый совершенный, самый такой человек, который, ну, и образованный и так далее и тому подобное, он может ошибаться и ошибается. Но человек, который уповает на Господа, человек, который слышит Божий голос, который имеет общение с Богом, конкретное общение с Богом, друзья дорогие, этот человек будет благословен Богом. Этот человек, он не постыдится. И когда придут какие-то трудности, когда придут эти испытания, этот человек выйдет победителем. И да поможет нам Господь в жизни нашей, братья и сестры, уповать на того, который возлюбил нас любовью вечною. Уповать на Его милость, уповать на Его доброту. Ибо Он помышляет, чтобы не отвергнуть даже отверженного, как бы спасти его. Мы порой, знаете, тоже, когда вот наши дети, возможно, бывают порой непослушные, непокорные. И мы тоже, как-то, знаете, разочаровываемся порой, молимся, и нет ответа вроде никакого. Видим, что человек вот еще дальше уходит. Но, друзья дорогие, не терять надежду на Господа. Не упускать рук своих. Быть с поднятыми руками перед Господом, чтобы Господь являл свою милость. Чтобы Господь делал свою работу. То, что мы не можем сделать, Господь может сделать. То, что мы можем делать со своей стороны, мы можем делать. Но порой даже мы думаем, что вот так правильно будет сделать, а оно тоже нехорошо получается. Но если мы у Господа просим милости в каких-то трудных обстоятельствах жизни, когда мы просим Его благословения, когда мы просим, чтобы Он управлял нашим разумом, то Господь выходит навстречу. То Господь укрепляет и благословляет. И Господь дает силы пройти эти долины уничижения. Господь дает силы пройти эти трудности, через эти бури, через эти скорби, через эти испытания. Да поможет нам Господь. Желаю вам обильных Божьих благословений, каждой душе в отдельности, каждому семейству, чтобы Божье благословение почивало на вас, чтобы вы имели общение с Богом, чтобы вы уповали на того, который нас возлюбил вечной любовью. Да благословит вас Господь. Ему за все слава во веки. Аминь. Співаємо загальний псалом, хоч темрява скрізь. Брати і сестри, я говорив зранку, що під час співу ми хочемо зробити матеріальний збір для сім'ї Володі Мар'яни Манчик. Довгий час Володя Манчик хворіє, не може бути на роботі, не може працювати. Ну а в Америці є розходи, треба платити біли, пейменти. Так що давайте ми укажемо матеріальну допомогу. Ну і якщо є сестра гостя, яка хотіла розказати вірш, будь ласка, теж можете після загальну співу розказати вірш. Yeah.
ще хор виконає псалом після віршу. Слава Богу, дорогі брати та сестри. Ви знаєте, не настільки я, як би сказати, бажала розказувати сьогодні. Постараюся згадати, що зможу згадати. Ну, проповідь самого першого брата мене дуже зачепила, так як кажуть. Він сказав, що ми могли любити. І провірив, почав Путіна брати. Почав цього, я подивилася, ті, що сиділи коло мене, всі почали улибатися. Реакція якась така почалась. І ви знаєте, в мене возбудилося, я хочу розказати за Христа, що ми не ставали на місце палача, ми викуплені ним. Я хочу розказати, скільки можу згадати в своїй пам'яті. Пілат сказав, що ж я зроблю Ісусу, називаємому Христом? Да буде розп'ят! Правитель сказал, какое же зло сделал он, да будет распят. Правитель, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки пред народом и сказал, не виновен я в крови праведника этого, смотрите вы. И, отвечая, весь народ сказал, да будет распят. Тогда отпустил им Вараву, а Иисуса бил, предал на распятие. Людям однажды поставлен был выбор. Есть два человека, так начал Пилат. Есть Иисус Назарей, и Варава разбойник, отпусти нам Вараву! Все стали кричать, и в городе голос их вторило эхо. Его нужно распять, пригвоздить ко Христу в злобе. И со смехом кричали в лицо Иисусу Христу. Мой город не видел такого бытия. А кто вознесенный? Спросил и услышал. Сын Бога, царя. Что вы сказали? Сын Бога? А можно спросить? Да иди сам посмотри. И бежал он по пыльной дороге навстречу толпе с тревогой внутри. А вот и распятие, как страшно и больно. А где же Сын Бога? Как мне узнать? И вдруг, что такое? Мне кажется, вижу, люди ведут его распинать. Толпа приближалась, отчетливо видно, Сын Божий в венце со Христом. А как его имя? Спросил и услышал. Его называют Иисусом Христом. Вот Иисус всего несколько метров. И крики солдат, и приказ разойтись. Иисус был весь избитый, побитый. Его подгоняли. Давай, давай скорее иди. И вдруг что-то случилось. Взор Иисуса встретился с ним. Какой это взор! Он наполнен любовью. И понял прохожий, что он Божий Сын. Заплакал прохожий, и плакали жены. А что было дальше, не помню совсем. Знаю, что был там, где Христа распинали, и видел, как Он на Христе там страдал. Поверил прохожий, что Иисус есть Сын Божий. Взор Иисуса
Он помнит всегда, поверил прохожий в Христа воскресенье, поверил он то, что прощен им навсегда. А ты, мой милый брат, сестра, аминь.
Богу, братья и сестры. Очень рад быть у вас в собрании, в церкви. Рад видеться с вами. Я благодарен Богу за то, что Он объединил нас в своей любви, в крови своей, дал нам новую жизнь, надежду живую. Это замечательно. Я жил когда-то в свое время в Криму 18 лет. Родился в Чернецькой области, в Черновцах. Колись начинал проповедовать на украинской мове, и сам украинец, и наполовину молдаванин, молдавскую мову знаю так же само. З Буковини сам я. І дуже вдячний Богу за те, що Бог використовує мене в служінні, в радіопроповідях, в церкві. І щасливий сьогодні, що з Анатолієм Філовцом міг посетити вас. Чудово. Слава Богу за це. Но все ж проповідь буду на русском языке, потому что перешел на русский язык буквально в Криму, когда я жил там. Друзья мои, самое главное, что я хочу сказать, самое искреннее от сердца души, что для нас является ценным, самым большим и главным в христианстве на этой земле, это Христос Иисус. Поэтому для меня очень важны преобразы, прообразы, о чем апостол Павел говорит, что это были образы для вас, то есть события Ветхого Завета. И вот Иосиф – один из прообразов Иисуса Христа. Довольно интересно и близко по сочетанию, по слову. Именно Иосиф, который был продан в Египет, это довольно известный персонаж. Я прочитаю два места Писания в начале. Деяния апостолов, 7 глава, 13 стих. Деяния апостолов, 7 глава, стих 13. «А когда они пришли, во второй раз Иосиф открылся братьям своим и известен стал фараону род Иосифов». Буквально 45 глава, 1 стих Бытие об этом сказано. «Иосиф не мог более удерживаться при всех стоящих около него и закричал: „Удалите от меня всех!“ И не осталось при Иосифе никого, когда он открылся братьям своим». Итак, друзья мои, поверьте, что христианство – это общее такое понимание. Хорошо, Церковь Божья, наша традиционная, которую мы имеем сегодня от наших прародителей направления, и это замечательно, но Бог хочет, чтобы каждый из нас лично познал Христа, чтобы имел личное познание, чтобы Бог нам открылся каждому лично. И как бы мы ни любили своих детей, мы не можем заставить, мы не можем внушить, мы не можем помочь им, кроме того, чтобы подвести только ко Христу, чтобы Бог открылся им лично, чтобы Господь открылся нашим детям. И самым лучшим или убедительным доказательством, или помощью, или подспорьем в плане познания Бога является наша жизнь, наши молитвы, наше отношение к ним, к детям нашим. Иосиф открылся братьям своим. Открылся не сразу. Друзья мои, смотрите, Бог хочет открыться нам. Бог хочет нам открыться здесь на земле. Конечно, в Духе Святом, конечно, верой, конечно, лично и персонально. То есть Иосиф не мог открыться братьям до определенного времени. Есть определенные препятствия на пути, когда Бог бы мог нам открыться. Эти препятствия довольно понятны и известны нам, потому что мы проходим через них. Препятствие в том, что Он хотел проверить братьев. Прежде чем Господь нам открывает, чем Иисус нам хотел бы открыться, Он испытывает нас. И испытывает нас очень сильно, потому что Его цель – привести нас к тому, чтобы мы осознали, что-то осознали. Есть глубокое понимание того, что мы являемся детьми Божьими, спасенными им. И вот одна из причин впоследствии, что открылось, мы читаем за братьев Иосифа, они не поверили в свое прощение. Иосиф простил, безусловно, но его нацеленность, его, как бы сказать, направление было в том, чтобы увидеть, как и братья относятся друг к другу. Вы помните, что эти братья в свое время продали Иосифа? Эти братья в свое время Иосифа продали в Египет.
эти братья поменялись ли. Иосиф хотел узнать. Друзья мои, время от времени Бог нас испытывает, насколько мы относимся правильно к братьям своим. Это одно из важнейших условий, если Бог будет нам открываться дальше. Бог будет нам лично открываться. Я знаю, что многим это очень важно, чтобы Господь открывался нам, чтобы Господь называл нас по имени. В свое время Исав просто пренебрег первородством. Он не понимал, что это так ценно и важно. Самое большое благословение, которое на этой земле является для нас, это то, что Бог нам открывается, Бог с нами. В эти трудные времена, времена смутения, времена, когда много вопросов на этой земле, в этой стране много вопросов. И когда Господь с нами, это замечательно. Помните, когда Господь сказал Варуху: не проси себе великое, не ищи великого. Вместо добычи я сохраню тебя, куда бы ты ни пойдешь. То есть я буду с тобою. В буквальном смысле слова сказано это слово. То есть я буду с тобою. То есть что тебе нужно? Зачем тебе мои руки, когда мое сердце с тобою? Зачем тебе нужны мои дары, когда я сам буду с тобою? Зачем тебе нужно мое благословение, когда благословляющий будет в тебе и с тобою, куда бы ты ни шел? Бог будет с тобою. Это очень важно. Смотрите, сыновья Рехавитовы, о чем Господь свидетельствует народу Божьему. Он говорит: за то, что они послушались своего отца, за то, что они проявили покорность и послушание своим родителям, эти дети, Бог как в пример их взял и показал, не прекратится муж, предстоящий предо мною из этого рода, из этого семейства. Друзья мои, самая большая награда, которая может быть на земле сегодня для верующих людей, это когда Господь с нами. В наших домах, в нашей церкви, в нашей жизни, лично, в пути, в дороге, в транспорте, на работе, где бы мы ни находились, когда Господь с нами, когда Господь рядом, когда Бог в тебе, когда Бог с тобой говорит, когда Господь защищает тебя, когда Он находится в центре твоего внимания. Смотрите, во время отступления, массового отступления израильского народа от Бога, сыновья священника Садока не отступили. Написано: за то, что они не отступили от меня, всегда буду с ними. Они будут мне служить. Остальные будут на каком-то задворке, где-то будут там дрова собирать, где-то будут они прислуживать, но главное служение они будут иметь постоянно предо мной, потому что они не отреклись во время отступления. Друзья мои, сегодня особое время на дворе, на улице, это время отступления. Как бы мы ни констатировали, и как мы бы ни приукрашали, как мы бы ни говорили, что все нормально, все хорошо, правда, друзья мои, Господь не изменился. Он говорит: какую неправду нашли отцы ваши во мне, что оставили меня. То есть был ли я пустыней для Израиля? Бог никогда не был в пустыне, никогда не подавал повод, чтобы нам разочаровываться, чтобы нам смуситься. Бог оставался тем же. Это мы всегда говорили: вот то не так, те не так поступают, вот та церковь не такая. Друзья мои, Господь тот же, Он не изменился. И смотрите, когда Господь видел Иерусалим, когда Господь даже готовил орудия наказания или, как бы сказать, карательные уже отряды подходили к Иерусалиму для того, чтобы 9 глава Иезекииля, написано, Господь говорит: обрати внимание на людей, которые имеют какое-то внутреннее переживание, которые скорбят духом, которые неравнодушны к тому, что происходит. Друзья мои, иногда наше участие, иногда наш вес, иногда наше, как бы сказать, слово выражается только в том, что наше сердце просто иногда плачет. Иногда просто смущается сердце, и Бог это видит, все видит Господь. Написано, что Лот мучился в праведной своей душе. Он ничего не мог сделать, но Бог назвал его праведником за то, что он мучился. Он попал туда, неважно через что или по каким причинам, но он мучился в душе. Я знаю, друзья мои, что некоторые вещи мы не можем изменить. Мы не можем повернуть вспять. Мы не можем изменить ситуацию вокруг нас в этой стране. Мы не можем изменить ситуацию в доме иногда в нашей. Мы не можем изменить ситуацию, где мы живем, но внутри, в сердце, не отступай от истины. Храни в сердце своем верность Богу,
И это внутреннее давление, это внутреннее смущение, это внутренняя печаль пусть выражается Господу в немой печали, иногда в молитве просто без слов, иногда просто в том, что видит Господь твои слезы и переживания. Этого достаточно, это очень громкая молитва, потрясающее небо. Иногда мы думаем, что молитва – это что-то, знаете, где-то что-то, чтобы люди меня видели. Молитва – это внутреннее переживание. И Господь готов обратить внимание на тех людей. Он говорит, обрати внимание на этих людей. И начинает святилище, сделай начертание, знак, чтобы именно сохранить их, как Лота Бог сохранил в Содоме, вывел его оттуда, как бы Господь сегодня знает каждого по имени, персонально. Мы теряемся иногда в толпе, в большом собрании, думаем, как бы подойти к этому человеку, как помнить иногда по памяти этого брата или сестру, а Господь каждого из нас персонально знает по имени. Это вдохновляет, это радует, что Господь меня знает, я не потерян, я не одинок в этой пустыне, я с Господом, Бог с тобою, это замечательно, я с вами во все дни. И вот Господь явился некогда братьям Иосифа, явился Господь. Но явился Господь через определенные испытания. Он испытал их, он проверил их братьев, как они относятся к своему младшему брату, как они готовы сами положить свои души, как они готовы сами пострадать за братьев. Он понял, что этот урок пошел им на пользу. Господь хочет являться нам. Бог является нам, друзья мои. Я очень высоко ценю Слово Божье. Для меня Слово – это хлеб, это жизнь моя. Знаете, без слова я просто умираю. Слово с раннего утра и до вечера я размышляю в слове. Это жизнь, это дыхание, это хлеб. Потому что Господь сказал, что не хлебом единым будет жив человек, но словом, исходящим из уст моих. Друзья мои, это не просто Библия, которая написана. Это говорящее слово, потому что вера не от Библии, не от слова, а от слышания слова. Могу ли я слышать, могу ли я видеть то, что Господь сегодня говорит мне и тебе? Слышать. Слышал ли ты сегодня голос Божий в церкви? Слышал ли ты слово, которое говорил Господь сегодня через это проповедь, через проповеди с братьев? Слышишь ли ты, когда Господь говорит тебе тихо, находясь в машине? Слышишь ли ты Бога, пробуждаясь утром, пробуждаясь ночью? Слышишь ли ты Его голос? Овцы мои слушают голоса моего. И вот Господь готов открыться братьям. Господь открыться готов братьям, и он не мог бы удерживаться больше, потому что его сердце открыто для нас. Он любит нас. Обратите внимание, что он говорил с ними через переводчика. А зачем? Почему? Потому что он хотел, чтобы они были искренними. Если сегодня перед нами какой-то необычный или обычный человек, перед которым мы сегодня можем даже лебезить, можем как бы не вести себя естественно, мы иногда можем даже солгать, можем вести себя лицемерно, потому что нам хочется выглядеть хорошо. А вот выглядеть такими, как мы есть. Богу очень важно наше естественное состояние или положение. Богу очень важно обратить внимание, друзья мои, и сфотографировать, как мы молимся не за собрание, не здесь, а в дороге, в пути, вне молитвенных стен молитвенного дома, там, где нас никто не видит. Господу очень важно, и Он это глубоко и дорого ценит, когда видит, что наше сердце к Нему слезит, когда мы идем к Богу больше, чем от того, что люди могли бы замечать или видеть. Давида Бог возлюбил, потому что он искал лица Бога. Он не просто исполнял волю Божью, он хотел найти сердце Бога, узнать волю Божью. Он хотел делать больше, чем Господь ему бы поручил. Эти два поприща Давид в свое время, он сказал, я хотел бы построить дом Богу. Господь говорит, не построишь. Но, впрочем, это хорошее желание, потому что я ценю это, Давид. Друзья мои, Бог видит наше сердце. Иногда в безумии мы можем сказать, построим три кущи, мы думаем и забываем, о чем говорим, но Бог видит наше сердце. Он видит нашу любовь и стремление к Нему. И в данном случае, друзья мои, обращаю внимание на это очень серьезное препятствие сегодняшнего дня среди христиан, среди верующих людей, особенно в Соединенных Штатах. Это состояние, когда верующие люди потеряли первую любовь и иногда не могут простить. Есть обиды в сердце, есть внутренние проблемы,
которые гложат и лишают нас самого сокровенного общения с Богом. И когда мы говорим сегодня о молитве, это не просто ритуал, это не просто выразить на 5 минут свой голос, это иметь контакт, это иметь взаимную связь, обратную связь. Что польза, если вы будете говорить по телефону в одну сторону? Какая польза, если вы будете говорить сами, но Бог вам не будет говорить? Послушаю, что скажет Бог. Он скажет миру, народу моему, но не падут они снова в безрассудство. То есть цель Господа – проговорить, сказать нам очень важное сообщение, важный месседж, сказать наш адрес, сказать конкретное слово для тебя. Бог хочет сказать тебе, и как важно этим дорожить, платить полную цену, чтобы сказал Господь тебе что-то очень важное. И для этой цели Господь говорит сегодня, готов ли ты принять мое прощение? Вы знаете, когда братьев Господь простил через Иосифа, написано, что Иосиф простил братьев, он плакал, но они не поверили. Друзья мои, одна из причин, почему люди сегодня не могут прощать друг друга, потому что они, собственно, не поверили в свое прощение. Подумайте, как хотите, это, может быть, парадоксально звучит, но люди, которые прощены однажды Господом по-настоящему, они готовы всем отдать свое сердце, всем отдать и отпустить на свободу, простить всех и ни одного человека не держать в заложниках в своем сердце. Они готовы все простить, то есть один из признаков того, что Бог меня простил, я готов прощать, я готов отпустить, я готов любить, потому что Бог меня возлюбил. Друзья мои, это Господь вас возлюбил, слава Ему. Это Господь дал вам прощение, это не ваше, это не отдел, чтобы никто не хвалился. Это спасение, это прощение Бог нам дал. И первый признак того, что я прощен, я готов обнять слева и справа и виноватых, и простить вас больше, чем меня простили. Помните, 18 глава Матфея написано, что надлежало тебе простить, лукавый человек, надлежало тебе простить, злой раб, надлежало тебе простить. Я столько простил тебя, а ты не смог простить какую-то мелочь твоему ближнему. За это он будет отдан в темницу до того, как возьмут с него последнюю полушку, то есть до последнего кондранта, когда он отдаст долги. Это практически невозможно. Друзья мои, Дух Божий на земле сегодня действует в сердцах тех, где Божий мир, где Божья любовь, где полное прощение. Я говорю, что мы не можем прощать других людей, пока мы не примем полное прощение от Бога, когда мы полностью не поверим, что Бог простил нам наши грехи. Он простил не потому, что мы торговались, не потому, что мы заплатили полную цену, не потому, что мы заслужили этого, но просто по благодати, по вере Бог простил вас. Друзья мои, когда мы прощены, мы улыбаемся, мы радуемся. Когда мы прощены, мы свободны. Мы не рабы уже греха. Прощенным быть – это замечательно. Именно после этого Бог нам открывается, когда мы прощены, когда мы действительно свободны, когда мы знаем точно, что за мной ничего не числится, когда враг не провоцирует, когда враг меня не пытается спекулировать с моими грехами в прошлом и напомнить мне. Я знаю, что Иисус меня простил. Господь отдал свою жизнь. Бог заплатил полную цену, кровь пролил на Голгофе, чтобы я был свободен. Друзья мои, слава Богу за это. Это дар Божий, это ваше право сегодня принять это с благодарением, когда вы благодарите Бога, когда вы радуетесь о прощении своем, вы готовы отдать это прощение другим людям. Вы готовы всех отпустить на свободу. У вас нету врагов практически, потому что вы свободны, потому что вы любите Бога, вы любите ближних и рожденных от Бога, потому что вы тоже Божьи дитя. Вечность впереди, временная жизнь наша, еще немного, и испытания идут одно за другим. И Бог испытывает нас, чтобы мы действительно сегодня поняли хотя бы одно. Будь прощен, будь свободен, получи свое прощение, благодари Бога и радуйся, и благословляй. И признаком твоего прощения является то, что ты можешь сегодня прощать и отпустить пленников на свободу. И в сердце твоем ни одного врага, ни одного человека. Ты свободен, потому что ты прощен. Вспомни ров, откуда ты извлечен, скалу, откуда ты извлечен. Господь милует тебя. И самое большое, что Он дать тебе может, это милость, чтобы ты был сегодня счастлив на этой земле. Я буду с тобою везде, куда бы ты ни пошел.
Обида, друзья мои, обида – это большая и страшная ловушка среди христиан сегодня. Обида от того, что нет мира в сердце. Написано, если бы ты внимал заповедям моим, то мир бы твой был как река. Мир твой был как река, и правда твоя как волны морские. Обратите внимание, друзья мои, что река большая, полноводная, сколько в ней не бросай камней, она невозмутима, чистая вода. Если там большая вода, большие воды тихо текут. Но если там чистая вода, но там лужа небольшая, небольшая вода, там она сразу возмутится. Небольшое слово, небольшое препятствие. Ребенок идет и падает, потому что он спотыкается. Друзья мои, будем взрослыми, благословенными, возрастая в благодати, любить Бога, любить друг друга. И прежде всего помните, что мир Божий приходит в нашу жизнь, как река, как прощение, как милость, которую нам Господь дает. В моей жизни сыграл очень большую роль, сыграла вот один пример, который когда-то я лет 10 прочитал в журнале «Вифания» в Сакраменто. Одна сестра, свидетельство одной сестры. Между прочим, я недавно был в Сакраменто, рассказывали, что она еще живая, она приезжала с Канады снова, она общалась с сестрами, и она рассказывала, то есть свидетельство этой сестры, что в 37 лет она умирала от рака. Рак у нее был в последней стадии. Она умирала, и перед смертью Господь явился ей и говорит через ангела: «Ты знаешь, почему ты заболела?» Она говорит, и дальше он даже не ждет от нее ответа, а говорит: ты обиделась на служителя одного. Его здесь нету. Но ты на него обиделась, ты не простила его, ты обиделась на него». Она говорит: «Да, правда. Когда я приняла обиду в сердце, когда у меня не было мира в сердце, когда я приняла обиду, то сразу после этого я почувствовала, что дьявол имеет право прикасаться к моему телу. И к телу моему прикоснулся дьявол. Рак, так и она получила это, знаете, и она умирала, она уже высохла». Буквально в смысле слов довольно интересно, что Господь спрашивает ее: «А ты готова сейчас простить?» Друзья мои, что бы вы сказали, если бы вам задали вопрос подобного характера? Готова ли ты простить сейчас? Конечно, многие бы сказали: «Да, конечно, да. Конечно, Господи, прощаю. Тут ради жизни, тут готов простить, ради всего, всех простить, да не только эту женщину, этого мужчину, этого служителя. Я готова простить всех». Но не то было. Она говорит: «Нет, Господи, не могу простить». Друзья мои, Господь видит наше сердце. Мы иногда говорим не то, что чувствуем, не то, что переживаем, а то, что правильно. А это неправильно перед Богом. Мы говорим то, что ценится, то, что вписывается в форму или, как бы сказать, в место, где мы живем. Вот мы говорим это, потому что так прилично. А Бог видит Нафанаила, говорит: «Подлинно израильтянин, в котором нет лукавства». Он говорит то, что он переживает, то, что он видит. «Я видел тебя под смоковницей, увидишь больше, Господь видит твое сердце». И если ты говоришь сегодня, что ты не можешь простить, ты права. Бог видит твое сердце, что ты не можешь простить. И Он говорит: «Я помогу тебе». Он знает, что ты не можешь простить. Не надо говорить сегодня: «А я прощаю», а сердце остается там, непрощенное, ожесточенное. И вы знаете, смерть прекратилась на определенное время. И вторично, через короткое время, у нее дети маленькие там возле нее бегают, она встречается снова с ангелом, и тот же вопрос Господь задает. После определенного раздумья: «Скажи, ты готова простить этого человека, этого служителя, который тебя обидел, по-твоему?» Она говорит: «Не могу, Господи, ты помоги мне». И Господь сказал: «Этого я от тебя давно ожидал». Друзья мои, когда мы говорим: «Я не могу, но ты помоги мне», друзья мои, это наша зависимость от Бога. Это Господь выходит навстречу. Бог видит наше искреннее сердце: «Я не могу, Господи, но ты помоги мне». И Господь помог ей, друзья мои. Господь помог. Я не знаю почему, но она услышала еще один голос: «Ты согласна иметь еще детей?» Она говорит: «Да, Господи», даже не по слову, не по существу, казалось бы, этот пример или это слово. И она говорит, через 2 года
Она полностью поправилась. И Бог дал ей возможность после такой вот тяжелого состояния еще иметь двух детей в 42 года и в 40. Она получила благословение от Бога. Друзья мои, это человек, это пример, это живой пример, это не выдумка. Но для нас очень важно сегодня, когда вам трудно сегодня сказать «простить», когда трудно простить кого-то, скажите: «Господи, я не могу, Ты помоги мне». Это великая сила, это Бог включается в вашу жизнь, Он помогает вам в ваших обстоятельствах, в ваших словах, в ваших обещаниях. Господь помогает вам. Написано, в Слове Божьем сказано, что «явлюсь я сам». Кто возлюбит Божье Слово, Его заповеди, к тому явлюсь я сам. То есть явление Господа. Бог хочет явиться нам, как братьям Иосифа. Бог хочет явиться нам сам. И там сказано, кто возлюбит Слово, возлюбит Меня. Друзья мои, это важно, возлюбить Божье Слово. Возлюбить Господа всем сердцем и душою. Возлюбить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. Самое большое счастье в той семье, в той церкви, в том обществе, где Господь царствует, где Господь живет, где Господь открывается, где Господь говорит, где Господь наставляет, где Господь утешает нас, где Господь говорит, что я с тобою и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь. Потому что самым большим препятствием в молитве это сомнение, это гнев, это неверие, это непрощение. Написано: мужья, будьте благоразумны в молитвах ваших, с вашими женами, чтобы вам не было препятствий в молитве, как с немощнейшим сосудом, чтобы вам не было препятствий в молитве. Хочу, чтобы на всяком месте мужья поднимали руки без гнева и сомнения, апостол Павел говорит Тимофею. То есть Бог хочет, чтобы наши руки, наши молитвы были отвеченными, чтобы мы не просто напрасно, но искали Господа и получали от Него ответ. Господь хочет благословить нас, чтобы Он сам явился нам. Смотрите, Лот, живущий верой, говоря о конфликте между его и стадами Лота, и написано, когда между ними произошла такой разговор, и он говорит: если ты налево, я направо. Смотрите, уступать человеку может только тот, кто живет верою. Если мы живем сегодня верою, мы можем уступать. Если мы верующие, мы можем уступить друг другу, мы можем простить друг друга, мы можем отпустить на свободу. Смотрите, когда Бог благословил Авраама, когда он выступил в числе защитников Лота в свое время, когда против этих царей, когда была в 14 главе Бытие, была эта война, и написано, что царь Содомский вышел навстречу, предлагая добычу ему. Он отказался и принял от царя Салима, написано, вино и хлеб. Друзья мои, смотрите, после сих событий Бог явился Аврааму сам. Бог явился тебе, явится тебе после твоих поступков, когда ты уступаешь, когда ты отдаешь, когда ты жертвуешь, когда ты говоришь: я прощаю, Господи, дай мне силы, Бог поможет, Бог благословит. И я хотел бы, друзья мои, чтобы мы сейчас перед Господом стояли в молитве, чтобы мы попросили Господа, чтобы Он был всегда с нами. Как некогда сказал Иоанн Креститель, что Он был, я был впереди Его, но Он стал впереди меня. Пусть Господь с этого дня станет впереди тебя, чтобы Он открывал двери, когда будут преступники или какие-то неожиданные гости придут в твой дом. Пусть Он поднимет трубку, когда звонки какие-то неожиданные приходят в твою жизнь. Пусть Он откроет конверты, которые приходят на твою почту. Везде дьявол может нам сделать зло. Но когда Господь будет идти впереди тебя, когда ты скажешь: Господи, помоги мне, я без себя не могу ничего, Бог поможет, явится, благословит. Во имя Иисуса. Аминь. Молимся.
Аллилуйя, Господь, слава Тебе! Хвала Тебе, Господь, за Твое прощение, за милость, за то, что мы можем верить Тебе, Твоему Слову, доверяться Твоей благодати. Мы можем доверяться, Господь, милости Твоей, которая проявлена в нашей жизни. Иисус только простил нас Ты, помиловал, освободил, иссек из глубины рва, вытащил нас, благословил Господь и дал нам сегодня эту свободу во Христе Иисусе. Господи, пусть не останется у нас в заложниках, в темницах, ни одного человека, чтобы наше сердце было свободно, чтобы мы всех любили, Господь, Твоей любовью и Твоей силой. А если мы не можем сегодня, Иисус, Альфара Бегида Скантар Флемигентансун, Искупитель, сам помоги, сам способствуй, сам открывай двери. Боже, без Тебя не можем делать ничего, потому что Ты наш Господь, Ты наш Отец, Ты наша сила, Ты наша власть, Господь. Хвала Тебе, Господь, Ты наша победа, Ты освобождаешь, не люди, не человек. Слава Тебе, Дух Святой, слава Тебе. Ты проявляешь милость сегодня над народом Твоим. Ты продолжаешь любить, спасать и освобождать. Ты продолжаешь прощать и миловать, и много миловать. Слава Тебе в нашей жизни, Господи. Неоднократно мы видим, и сегодня Ты прощал нас и миловал, и восстанавливал. Господь, Ты любишь народ Свой подлинно. Ты знаешь и эту церковь, Господи, каждого сердца персонально. Благодарю Тебя, что Ты влечешь нас, и Искупитель, влечешь нас для общения с Тобою в закрытую дверь, там, где мы будем встречаться и постоянно встречаемся, где нас никто не видит, но Ты видишь наши желания и сердце, и чаяния. Благослови, Господь, брата Кальчика, Господь, дай ему силы и благодать, и защиту Твою, милость Твою в жизни его, Господь, чтобы он чувствовал всегда Твою опору и поддержку каждого члена церкви, власти, помощника его. Милость Твоя, Господи, останется с нами, когда мы скроемся друг от друга. Хвала Тебе и слава за эту встречу, за общение, за посещение. Тебе наш Господь хвала, Отец, Сын, Святой Дух. Аминь. Отче наш. Царствие Твое, будь воля Твоя на небе, так и на земле. Каждый день нам долги наши, как и мы прощаем должника наши. А свои скажу, что мы забыли, благодаря Господу Богу, и я говорю им царство, и сил, и слава во веки. Аминь. Сідайте, брати і сестри. Ми дякуємо Богу за сьогоднішній день. Бог так багато говорив до нас сьогодні, з самого ранку. Говорив особливо до батьків сьогодні зранку. І для всіх нас. Особливо остання проповідь, заключна проповідь Славіка, який говорив. Дуже важливо, по правді, зрозуміти одне. Нам Бог простив, образно кажучи, 10 тисяч талантів. Ви знаєте, це несравненно з тим, що 100 динарів. А наша задача – прощати один одного. Отих 100 динарів, то й мізерну, можна сказати, долю, по сравненню з тим, що нам зробив Господь. Як багато людей не можуть цього зробити. Церква, дорога, це дуже важливо. Кожен день ми молимося, як мінімум, два рази, молитву «Отче наш». Якщо ми не вміємо прощати, ми підписуємо свій приговор. Господи, прости мені так, як я прощаю. А якщо я не прощаю, отак я підписую цей приговор, щоб мені Бог не прощав. Давайте зрозуміємо, це важливий, важливий урок, який преподаний для нас. Прощати, любити, покривати і благословляти. І тоді нас буде Бог благословляти. По правді, нас Господь буде тоді прощати. Ми будемо молитися, сказати, Господь, я прощаю моєму ближньому. Прости мені. І Господь буде прощати. Чому? Тому що бачить серце наше, іскреннє, чистосердечне. Господь не хоче, щоб ми були лукаві, дійсно. Господь хоче, щоб ми були відкриті, такі, як є. Богу нравиться, коли ми чисто, іскренньо приходимо до Нього. Ми будемо мати молитву ще за нужди Божого народу. Хочу тільки нагадати про те, що хто не отримав журнал, наш церковний журнал «Емігрант», який вийшов знову, будь ласка, можете підійти і отримати
журнал «Іммігрант». В четвер будемо мати нашу братську бесіду. Служителя всі, будь ласка, прийдіть на братську бесіду. І сім'я, яка просилася, члени церкви, і ви зможете приїхати в четвер, будь ласка, приїдьте в четвер на зустріч. І ті, хто бажають бути членами церкви, будь ласка, приїдьте в четвер на зустріч. Одну молоду сім'ю ми сьогодні рано об'явили, тому що він працює весь час в другу зміну, не може приїхати просто в четвер. Він був зранку перед зібранням, ми з ним познайомились, хороша сім'я, молода сім'я. Я хотів би, щоб трошки Льоня Кальчик сказав за поїздку. Будь ласка, Льоня, хоч хвилин 5 розкажи. Тому що я трошки нагадував, але я нагадую те, що вже отримав на телефоні. Сьогодні, ви знаєте, така связь у нас буває, що десь там вони трудяться, я вже бачу, де вони бувають, що вони роблять. І де їх знати. Будь ласка, Дяня, розкажи на трошки. На поїздку. Слава Богу. Ви знаєте, добре бути вдома. І ми прилетіли ще в понеділок, були майже без одного дня, майже 3 неділі. І, знаєте, попрацювали багато, особливо брат Льоня Демчук, який бував у нас тут в гостях з своєю дружиною Ліною, вони організовували цю всю, значить, нашу програму там, де ми мали в Україні. Але сестра Галя багато працювала з групою для того, щоб їх підготувати. І ми мали такий дуже чудовий час. Я вам скажу, що сама поїздка оця вся була, ну, дуже благословенна. Я просто радію цьому, бачачи цих молодих хлопців, серед них мій син, я був дуже, дуже радий. Хтось, можливо, запитається, чи було тяжко з хлопцями. Ви знаєте, приблизно 25 років тому назад мені було стільки, як цим хлопцям. Кожний згадаєте себе в 15? Згадали, так? Хлопці просто, ну, я би сказав, ну як, щоб їх не перехвалити, але дуже добре провели цей час в служінні. Ви знаєте, за 2 неділі часу, 15 днів, так конкретно, коли без дороги вже ми прилетіли туди і там були, то ми проїхали всього по Західній Україні, це приблизно від Києва, між Києвом і Львовом, 2,5 тисячі кілометрів. Господь беріг нас в дорозі, в транспорті. Ми відвідали міста Нововолинськ, Ковель, Луцьк, Львів, Рівне, Володимир, Волинський, Київ. Були в селищі Іваничі, Жовтневе, а також в селах Цир, Згорани, Дольськ, Зимнє, Жалуцьк. Хлопці приймали участь в 9 зібраннях. І були також інші служіння, де вони проводили час, співали. В загальному за цих 15 днів вони заспівали 95 пісень. І вже на кінець, коли ще просили нас, то я вже казав просто, що я вже їм не дозволю, тому що їхні голоси в 16, в 15, в 14 вже сідають. Ви знаєте, сьогодні я прийшов сюди до дому молитви, дивлюся, людей на вечірньому небагато, температура в залі така помірна, навіть набагато краще, ніж на дворі. І я собі подумав, можливо, хтось не прийшов на зібрання, тому що аж жарко. Якщо ми не будемо бодрствувати в нашому житті, то нам колись буде ще жарче, так як Слово Боже каже. Але ви знаєте, коли я пам'ятаю Нововолинське зібрання вечірнє, ми попали на Нововолинське зібрання вечором, був повний зал людей, переповнений. Температура в залі була 90 градусів по-нашому, 32. Там стояв градусник і показував. І так біля кафедри стояв вітряк і чуть-чуть нас охолоджував. А брати молоді сиділи спереді, взаді сиділи старші сестри і махали на них веєром. І я тільки думав, щоб вони, ну, поучаствували в зібранні. Але я вам скажу, вони 7 пісень, напевно, так, заспівали і без ніякого. І я подивився, думаю, все ж таки серед нас, українців, ростуть служителя, для яких температура воздуха не впливає. Ми були в селі Цир, такі деякі моменти тільки розказую. І в нас просто запросили днем з'їздити там до озера, ліс. Ми коли поїхали туди і застрягли. Там піщана дорога, кажеться, все добре. А коли ми заїхали в пісок, машина далі не їде. Ми її виштовхати виштовхали.
Але потім нам потрібно було, вже коли вертатися додому, раптово почався дощ, ми швидко зібралися, і одна машина поїхала, а інші друзі, які були з нами, ще залишалися, тому що, кажуть, нам нема куди спішити. Коли ми почали їхати назад, дороги ми не дуже добре знали, але перед нами йшла грозова машина, і ми так за нею машина грозова пройшла, а нам 300 метрів до дороги вже, до асфальту, а ми не пройшли. І ми так пробували проходити, і не проходимо, вийшли з машини, дощ лє на всю, просто злива. А ми не проходимо, все, наша машина сідає, взад не можна, бампера зриваю, вперед нема куди, і ми так застрягли в цьому піску. Хлопці молоді, їх було шестеро з нами, я і шофер, толкали того автобуса, хитали його, там, як ми пробували, нічого не виходить. Кажуть хлопці, ці молоді, нема виходу, сідаємо в автобус, молимося. Я ще так стою на дворі, ще з одним там, з українським хлопцем місцевим. А вони зайшли в автобус і стали молитися. Ну, я не повірив своїм очам. 30 секунд, може 40, вони моляться, там в автобусі під'їжджає Ніва. Під'їжджає зразу задом, зарулює до нас, каже, що Японія, вас треба звідси витягувати. Я аж розгубився, як то кажуть, оце совпадіння, але ж це не було совпадіння. Ви знаєте, вони під'їхали, пробували нам допомогти, щоб ми виїхали з цієї ями, порвали ці шнурки, що в них всі були. І навіть зразу ж після того, все ж таки, на молитву цих молодих хлопців прийшла відповідь, тому що ці друзі наші рішили їхати додому, і ми того автобуса таки винесли з того піску. Ці хлопці потім сиділи в машині і просто дивувалися тому, що Бог так відповідає на молитву. Ми мали дуже добрий час в селищі Згорани, чи в селі Згорани, там, де є санаторій і інтернат. Серед дітей 3 дні ми там пробували. Хлопці співали, знайомились, говорили, проповідували їм. Ну, просто мали такий от там благословений час. І ви знаєте, після того, як вони оце все пережили, я би сказав, я бачиш по них зовсім все по-іначому. Вони реагують на все. Тобто, коли вони ось тут і не знають, чим зайнятися, це одна справа. А коли вони при роботі, коли вони працюють, коли вони в ділі Божому, в них появляється цей апетит. І це надає їм ще більшої наснаги. І я вам кажу, що машини були без кондиціонерів, молитвені дома, де ми участвували, були без кондиціонерів. Ну, там є кондиціонери, але проблема в тому, що українські люди дуже бояться сквозняка, в якого американці не вірять. І кожен раз, коли ми заходимо, кондиціонер є. Я питаю, що не працює, бо каже, не дозволяють включати, щоб не простудитися. І отак при такій жарі, значить, проводили зібрання. Вони не говорили, що ми далі не можемо, ми вже більше не будемо і так далі. Тобто служили. Ви знаєте ще одне? Теперішнє покоління, воно виростає, і воно цього знати не буде. Але я думаю, що покоління мого віку і старші, ви пам'ятаєте, так, коли фотографії робили, це був цілий процес. Спочатку робився зйомка, а потім воно все проявлялося, закріплялося, і тоді виходила фотографія. Я вам скажу, що ці молоді хлопці між собою скрізь все общаються по-англійськи. Української мови серед них не чути. Але коли вони приїхали в Україну, і коли я навіть декому казав про них, що, ви знаєте, ну вони не дуже добре говорять по-українськи, то вони мене переправляли. Ага, говоримо, кажуть. І вони говорили, і вони общалися з місцевими, і вони кажуть, заспівайте американську пісню. Вони кажуть, ми не знаємо. Такі були в нас чудові дні. Я вам скажу, що одне хотів би залишити для вас, шановні батьки, шановні друзі, знаєте, кожна така справа, коли вона робиться, як би ми до цієї справи духовно не підходили, що би ми не робили, це обов'язково має бути піст, молитва і так далі. І це ми також робили перед поїздкою. Але за все відповідають гроші. І я хотів би просто сказати вам, шановні батьки, що в житті нашому за все відповідають гроші. Якщо у вас є така можливість, щоб ваші діти їхали на працю, а це, ну, дуже навіть можливо, то не жалійте для цього, навіть якщо потрібно, і грошей, але щоб ваші діти змогли себе відчути в цьому всьому. Тому що ми знаємо, наприклад, наша церква, мало часу,
навіть часто гості і так далі, не хватає для всього часу. А коли вони від'їжджають туди, то вони були дуже великим благословенням в всіх місцях, де були. І скільки б вони не співали, їх завжди запрошували, продовжуйте, ще, ще. І ви знаєте, що ми змогли побути навіть в таких світських організаціях, організація для сліпих в Нововолинську, там зібралося, напевно, більше 100 людей, які незрячі. Вони там для них служили, були дуже задоволені і співали для них християнські пісні. Були також в таборі для сліпих, яке організовується для всієї України в місті Ковелі. Там служили багато, теж були благословенням. І вже при нашому від'їзді, коли ми приїхали до Києва, то в мене завжди було таке бажання, щоб вони там в центрі Києва, як ми кажемо, на Майдані, щоб вони могли там заспівати також. Ми приходимо туди, а там якраз, оказується, є народне віче, яке кожен проводить час від часу. І я підійшов до цих організаторів, кажу, що слухайте, так і так, значить, група тут є молодих хлопців з Сполучених Штатів, чи ви не могли би нас включити до програми своєї? Вони кажуть, хто ви такі? Я кажу, що ми християни, а вони кажуть, ну якщо християни, знаєте, ми не хочемо цього питання піднімати тут на Майдані зараз, тому що багато різних толків і так далі. Я кажу, ви нам просто дозвольте заспівати одну пісню, а в хлопців була пісня, називається «Молитва за Україну». Як хочете, я вам дам слова прочитати. Вони так подумали, ну добре, кажуть, будьте через 15 хвилин готові. Через 15 хвилин вони об'явили, ці брати молоді вийшли, заспівали. І вже коли там публіка реагувала на них дуже бурно, так сказати, а коли вже ми уходили, то вони казали, завжди десь будете тут, а десь щось, підходьте до нас, ми обов'язково будемо вас включати в програму. Ви дуже велике благословіння для нас. Отакі ми часи добрі мали в Україні. Бог нас благословив, зберіг в дорозі. Дякуємо всім друзям, які нам в цьому допомагали. Ми могли бути благословенням не тільки в піснях і в служінні, але й матеріально багатьох, де ми були, благословляли. Тож, ще раз дякуємо Божого всім благословення, хто за нас молився, благословляв нас, і хай Богу буде за все слава. Я думаю, що стало нам зрозуміло, що за все цінне, що воно є цінне для нас, треба платити ціну, правда? І тому, батьки, якщо ви хочете, щоб ваші діти служили Богу, любили Господа, десь були в праці Божій, заплатіть ціну інколи. Треба заплатити, буває. Ви знаєте, краще заплатити ціну, щоб вони поїхали десь на місію, на труд, на попрацювати, ніж все одно, що ви платите ціну, десь їдете на відпочинок, на Гаваї чи на Мексику. То краще, коли заплатіть цю ціну, пожертвуйте ці фінанси, але благословіть ваших дітей. Благословіть другий раз, аби тільки було тим, аби були ті, хто організовує. Бо я розумію, хто організовує, бере на себе відповідальність, їм теж буде непросто. Так що хай Бог благословить всю нашу молодь, підрозків наших, щоб вони далі їхали, трудилися, робили щось во ім'я Господа. Треба на Мексику, їдуть на Мексику. Вроді далека дорога, не так багато себе там вложиш, але хай їдуть, хай роблять щось во ім'я Господа для Божої слави. Все, що вони зроблять, по-перше, для себе щось научаться, приїдуть, почнуть цінити батьками і не скажуть так, як обично вони кажуть, відкривають холодильник, кажуть, нема ще їсти. Але побули там в Мексиці, побачите, як там люди живуть. Побули десь ще в Індії, побачите, там люди живуть. І кажуть, о ні, тепер треба навчитися цінити тим, що ми маємо. Чим нас питають наші батьки. Так що відправляйте, благословляйте. І наше бажання, щоб наша молодь була ревностна, служили Господу, любили Бога і працювали на ниві Божій. Читає нужди, які поступили. Ми будемо мати нашу останню молитву за нужди Божого народу. Давайте ще раз згадаємо за Олега Шевчука. Він до мене передзвонив перед зібранням. Просив брата Саша, приїдьте ще, звершіть молитву з Єлія Помазання. Ми поїдемо після зібрання. Але молитва церкви має дуже велику силу. Давайте вони так молитися, як молились колись за Петра. Церква прилежно молилася Богу. Петра стережуть, ніяких вже надії немає на визволення, але церква прилежно молиться Богу. І в той час Господь посилає ангела, який буде Петра, каже, вставай, Петро. Встає Петро, одягається, ті цепи впали, і він виходить, думає, що це сон. Але коли ангел не стало, зрозумів, що це реальність. Давайте сьогодні так помолимося, щоб Олег почувствував, що брат Віктор Кочинюк, якого немає сьогодні з нами, який ще хворіє, що він почувствує, що за нього молиться церква. Церква прилежно молиться, іскренно молиться, з вірою молиться. А молитва церкви має велику силу. І не раз пише записочка, я вірю в силу молитви церкви. Так що давайте церква будемо іскренно молитися. Значить, після зібрання молодь наша опять буде мати спілкування в третьому залі.
Сьогодні було молоді вроді багато, але багато приготовили, і ще багато пищі залишилось. Гості, будь ласка, тоді пройдіть туди, третій зал, і там зможете поспілкуватися з молоді нашою разом повечеряти. Прошу помолитися за покаяння чоловіка і синів. Дякую за молитву. Помоліться разом з нами за нашу донечку. Хай її Бог ісцелить. Дякую, батьки просять. Дорогі брати і сестри, щиро помоліться за мого чоловіка, щоб він повністю віддав своє життя Богові на служіння і довірився йому, буде молитися. Просимо в церкву помолитися за сина, щоб Бог зберіг його від гріха і всього недоброго. Батьки просять. Можливо, ще хтось має нужду? Будь ласка, скажіть. Ви винуваєте нашу молитву. Брат Іван, дякую Богу за те, що сьогодні ми вже в зібранні. Був такий час, не зміг бути в зібранні, тому що хворів. Церква прилежно молилася Господу. І ми говорили, що брат Іван нам ще потрібний. Брат Іван Йонович, ви нам ще потрібні. Тому що він дуже багато робить з електрикою. Впереді ще будівництво, реконструкція. Так що він послужить нам Божим благословенням. Хоча всі нам потрібні, абсолютно всі. Всіх ми любимо, за всіх давайте будемо щиро молитися і благословляти до друга. Давайте встанемо наші ноги. Вознесемо щиро молитву до Господа, молимося. Господи, Боже наш, ми ще раз цей час перед Тобою, Господь, стоїмо, Боже наш. Ми дякуємо, що Ісус, хвала Тобі, слава Тобі, Господь. За це зібрання, яке для нас, Ісус, за благословення Твоє, Боже наш, хвала Тобі, слава Тобі, Ісус. Ми дякуємо Тебе, як за ранкове, так і за вечірні зібрання, Господь, за Твоє Слово, яке живе і діюче. Так багато Ти говорив сьогодні до нас, Ісус. Так, Господь, просто і доступно Ти говорив до нас, Ісус. Ти увіщував і наставляв нас. Боже наш, бо Ти хочеш нас спасти. Наш Господь, дорогі, я Тебе прошу, поможи нам всі слова, які ми чули, розтворити вірою, Господь. Щоб це Слово принесло нам обільний плод для нас, Ісус, дорогі. Благослови всю церкву нашу, молодь нашу, Господь, дітей наших. Благослови, Ісус, дорогі. Ти благослови наші підростки, які їздили на Україну на місію. Господи, Бордаш, дай, щоб дійсно вони були плодотворними, Ісус, живими для Тебе, служили Тобі, любили Тебе всім серцем. Наш Господь, у нас переживання сьогодні в Америці. За молоде покоління, Господь. Збережи молоде покоління, Господь. Сохрани для вічності, для Царства Небесного. Дай, щоб вони любили Тебе, служили Тобі і були вірні Тобі, Ісус, дорогі. Благослови Ти, Господь. Я ще раз прошу, Ісус, дорогі, спасися і тих, кого немає, Господь, з нами. Хто блукає в цьому світі, хто оставив Твою церкву, Господь, за кого просять близькі рідні, батьки просять за дітей, жінки просять за чоловіків, Боже наш, спаси. Ти є Бог сильний, щоб спасати. Назри, Господь, наша молитва до Тебе із столи хворих, Ісус. Ти бачиш Віктора Кочерняка, якого нема з нами сьогодні, нашого пастора. Боже наш, дай йому, Господь, дорогі, здоров'я. Ісцели його повністю, восстанови його здоров'я. Олега Шевчука, Боже наш, я тебе прошу, ісцели. Почуй молитву церкви Твоєї, Господь. І дай йому здоров'я. Вже довший час він не може бути в церкві, Господь. Тому що спина його сильно болить. Ісус, кидався в різні сторони. Боже наш, робив різні масажі, але нічого не допомагає, Ісус. Наша молитва до Тебе, сильний Ти, Бог, сказати Тебе слово. І Олег виздоровів, Господь, скажи це слово. Зроби Твою роботу, Господь. Ми ще поїдемо і звершимо по слову Твоєму з Ілією помазання молитву, Ісус, дорогі. Але наша молитва до Тебе, Господь. Хай прийде відповідь і прийде оздоровлення нашого брата. І останні всі хворих ми несемо до Тебе на руках молитви і просимо Тебе. І зціляй хворих, являй чудеса і знамена. Бач Володю Манчика, Господь. Я Тебе прошу, ісцели його. Боже наш, Тоніка, бабця, за якого завжди просить мама. Сильний Ти Бог, Ісус, дорогі. Ти бачиш, Господь, діток, які хворіють, в яких температура, бо кашель, Господь, сильний Ти Бог, оздоровляти. Наш Господь, дорогі, ми Тебе дякуємо, Господь, за брата Івана Манчика, якого Ти оздоровив сьогодні, він з нами в забранні. Церква молилась за нього, Господь. Наші друзі повернулися з України благополучно. Слава Тобі, Господь, моли там потрудиться. Благослови брата Славіка Боніцького, який нас відвідав, і Тоніка Філовець, Господь. Благослови їхню церкву, Господі. Їхнього брата дорогу благослови. Храни в дорозі і будь з ними. Їхню працю благослови. Надрий Господь, всі ми нуждаємося в Тобі. Мої діти Твої йдемо до Тебе завжди. Я залежні від Тебе. І за все Тебе дякуємо. За милості блага Твої. Прийми щиро подяку від нас. Вічний Бог. Отець, Син і Дух Святий. Амінь.